Приветствую вас на канале Миелта, меня зовут Александр, и сегодня я расскажу вам о новой разработке наших инженеров, преобразователей интерфейсов универсальном. Это универсальное устройство преобразует интерфейсы RS-485 и RS-232 в формат USB, который необходим для подключения оборудования к компьютеру и его настройки в программах-конфигураторах. Этот экземпляр, к тому же, совмещен с разъемом датчика уровня топлива Миелта Зонд. С помощью него очень удобно подключать датчик для настройки и конфигурирования. Однако преобразователь интерфейсов работает не только с нашим датчиком, но и с любыми приборами с указанными интерфейсами, в том числе и других брендов. Например, он поможет вам настроить датчик угла наклона, считыватель радиометок, датчик давления в шинах Pressure Pro. В общем, его возможности велики. При этом преобразователь интерфейсов не требует внешнего питания. Другими словами, нет необходимости включать его в розетку, как некоторые модели подобных устройств. Внутренний DC-DC преобразователь обеспечивает напряжение 12 вольт, что подходит для питания практически любого оборудования мониторинга транспорта. Для подключения преобразователя интерфейса к компьютеру используется USB-кабель типа B. В отличие от мини-USB, он обеспечивает более надежное соединение. Это важно, когда приходится проводить настройку в полевых условиях. Благодаря прозрачной панели на корпусе, пользователь может следить за работой устройства с помощью лампочек индикации. Мы видим три типа индикации. Индикации включения питания, передачи и приема данных. Как подключить к этому малышу датчик к уровню топлива Миелта Зонд, мы уже разобрались. А теперь давайте буквально на пальцах рассмотрим принцип подключения другого оборудования. Если мы хотим адаптировать преобразователь интерфейсов под другой прибор, для начала необходимо зачистить и облудить провода выводов. Снимаем с устройства крышку и видим клемник. Подключаем провода необходимого прибора в соответствии с назначением выводов. Эту информацию можно найти в любом руководстве по эксплуатации. Все, прибор подключен, можно приступать к настройке. При этом разъем не мешает использовать преобразователь для подключения других устройств. Если это видео оказалось полезным, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и спасибо за просмотр.